Здравствуйте всем, с вами Богдана, и это новая игра Awaken Leaf, которую я недавно скачала, и вы видите, у меня первый левел, и все такое. Вообще, кто не знает, я подписана Шабок 13579. Если хотите найти меня и поболтать, вы можете найти, но чтобы поговорить со мной, вы должны сказать, что вы мой подписчик, и все такое. Давайте начнем. И, пожалуйста, подписывайтесь и ставьте лайки, если вам такое нравится. Если вам не нравится, можете не ставить лайки или даже ставить дизлайки. Но я вас прошу, давайте куда-то полетим сейчас. Но я хочу попросить, чтобы вы поставили лайк, потому что я хочу тоже стать такой... Ладно, пропустили тему, я заговорилась. Сорянчик, что я так переболталась. Да что ж такое, слова путаются, язык. И давайте сейчас мы полетим на райский остров. И вот мы сейчас будем. Кто там? Танцует уже под музон. Так, сейчас я буду прыгать. Что мне делать? А, это мужик, как это говорит. Так, это еще раз. Смотрите, можно вот так, хоп. Клацнуть, и мы уже побежали нырять заново. Переписываются еще так просто, и мы плаваем так между ними. Как русалочка какая. Давайте поплавали. И это, если вам хотелось бы, чтобы я снимала Майнкрафт или какие-то другие игры, пишите в комментариях. Я, конечно же, вам, может быть, это сделаю, может. И говорите, куда мне еще можно посещать, чтобы я была... И давайте полетим куда-то в другое место. Итак, социальные места. Я хочу. Куда же я хочу? Либер Плаза, я там была. Ресторан Кумала. Стоп. Лондонская танцевальная студия. Мне интересно. Нет, мне кажется, там надо что делать еще. Я не хочу что-то делать. Я хочу просто быть... Там. Давайте начнем. Да-да-та-дам, та-дам. Никого нет первого левела. Кто тут будет? Кто тут ходит? Здесь по четвертому, по пятому. Это тут первое. Лучшее слово. У них какой левел? Третий. Вон третий. Босс номер 7. Третий, ну что ж такое? Что? Одна такая. Это нечестно. И посижу там с грустной мордой. Все, я посижу, где посижу. А вот. Вот хорошее место, супер, скажите. Вот. Вот сюда присядем. А возле меня никого, у меня нету парки. Значит, свечка. Будет это моей парой. Свечка, привет! Вот привет, свечка! А как у себя дела?
хорошо, да? Все хорошо, приятно. У меня тоже все прекрасно. Да-да-да, все прекрасно. И кто не знает, тут очень много разных фейсиков есть, от которых можно делать эмоции. Давайте начнем все. Удивление. Влюбленность. Злость. Тупость, как я думаю. Грусть. Ну, это веселье, смех. Веселье, смех. Радостный. И такой. И это, давайте, я сейчас вам помашу пока таким пресным лицом. Ставши, давайте, и на фоне этого я вам помашу пока. Давай, там, ну, зрители, не хлопают. Что ж такое? Давайте вот так буду. Вот тут встану. Вот так повернусь. Вот мне не надо. Что ж такое, ты ко мне ж? Разворачиваю. Я вот так разверну себя. Сейчас дам. И ставьте лайки, не забывайте, конечно же, подписываться. Нет, нужно случайно не пускать. Пока! Всем пока-пока-пока! До скорой встречи!